Всем привет! 3 дня назад я попросил всех, кто поддерживает войну и агрессию России против Украины, отписаться от моего канала. Уменьшился счетчик на 500 человек, учитывая, что подписалось за это время человек 300. 800 человек в общей сложности ушло с канала. Эти люди поддерживают убийство, поддерживают разрушение наших домов, поддерживают войну. Поэтому, ну что ж, Бог вам судья, туда вам и дорога, скажем так. Ну, а все остальные, кто разделяет мою точку зрения, кто поддерживает меня, имеет такие же взгляды, смотрит меня и не подписан на канал, обязательно подпишитесь. Мы должны видеть, сколько вас есть на самом деле. Всех благ!